Избежать трагедии помогли свидетели. В Сургуте конфликт едва не закончился двойным убийством. В его обстоятельствах сейчас разбираются следователи. Вечером 9 августа 25-летний гость города на улице Индустриальной повздорил с прохожими. Последние сделали ему замечание из-за неподобающего и пренебрежительного поведения. Молодой человек разозлился, достал нож и нанес несколько ударов своим, как он посчитал, обидчикам. Довести преступный замысел до конца помешали очевидцы происходящих событий, которые остановили бойню и вызвали полицию и медиков. Двое мужчин госпитализированы с ножевыми ранениями. В связи с пресечением преступных действий жильцами рядом стоящего дома и своевременным оказанием потерпевшим медицинской помощи, преступление не было доведено до конца. Подозреваемый задержан. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя о заключении его под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Расследование продолжается.